Евгений Ильич Жариков, знаменитый советский и российский киноактер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, родился в 1941 году в Москве. В 1959 году он поступил во ВГИК. На втором курсе он впервые снялся в кино. В 1964 году, после окончания института, он уехал в ГДР и в течение 2 лет снимался в главной роли в местном сериале «Русский для вас». После возвращения он актер театра-студии киноактера в Москве. Он много снимался в кино и на телевидении. Всесоюзную же славу ему принес снятый в 70-е телесериал «Рожденная революцией». Остановление советской милиции, ее борьбе с преступностью. Образ советского милиционера, ставшего генералом, закрепился за ним на всю оставшуюся жизнь. Всего он сыграл почти в 70 кинофильмах. Он участвовал в дублировании более чем 200 фильмов. В сердцах нашего народа он навсегда остается бесстрашным, честным и справедливым офицером уголовного розыска Николаем Кондратьевым.